И всем привет, ребят, с вами это я, Кстроэкстрим. И сегодня я записываю ролик, возможно, последний. Возможно, но это не точно, что последний будет. Я ошибаюсь в этом случае. Короче, наверное, вы все знаете, что у нас сейчас все происходит, как все плохо. Майнкрафт удалили, ТикТок не работает, Инстаграм заблокировали, хотя он у меня работает, но я не могу видео, походу, выкладывать. Вообще, от нас многие компании отказались. Supercell, Rockstar Games и так далее. И у нас еще будет еще проблемы. То есть говорят, что еще заблокируют YouTube. Для меня это будет очень обидно, потому что у меня канал вышел не так давно и не так рано. Ну, то есть, не так давно и не так долго. Короче, нормально он. Времени он уже работает. Вот. Мне кажется, если он перестанет работать и не будет вот это все, тогда я включу VPN или буду продолжать на других платформах. Я оставлю, наверное, ссылку в комментарии на Яндекс.Дзен. У меня вот этот телеграм не работает. Почему? У меня он не работает из-за код не приходит вообще никак. Я пробовал, заходил на электронную почту, вот это Gmail.ru, и ни хрена его нету. Ни хрена, никакими образами. Я все перепробовал, он больше у меня не приходит. Все. Ну, значит, давайте тогда с Яндекс.Дзена будем. Подписывайтесь тогда на этот канал, пока еще этот канал живой. И подписывайтесь на Яндекс.Дзен. Вот. Так что я буду вас ждать. Подписывайтесь. Как-то так. Ладно, ребятки. Думаю, все будет хорошо. Но это, возможно, не точно. Если вам не очень понравился этот ролик, то ставьте лайки. Хотя какого смысла это имеет? Ну ладно. Уже все уже как-то плохо. Ну ничего. Ладно, ребятки. Всем удачи. Всем спасибо. С вами был я, Кстроэкстрим. Всем удачи, всем спасибо и всем пока.